Полобжеге пьяный украинец на улице Мельничной наехал на работника полиции. Правоохранители хотели задержать нетрезвого водителя, но во время задержания он переехал полицейского. Полиция хотела просто остановить водителя для проверки документов, но машина вместо того, чтобы остановиться, поехала еще быстрее. После разворота на кольце водитель заехал на парковку, где правоохранители заблокировали ему выезд. Офицер подбежал к машине и открыл дверь, чтобы забрать ключи у водителя. Тот же нажал на педаль газа и проехал по ногам полицейского, после чего двинулся дальше и врезался в учебную машину, в которой был инструктор по вождению и ученик. Полицейские, чтобы остановить украинца, сделали несколько выстрелов в колесо. 52-летнего гражданина Украины в конце концов задержали. Тест на алкоголь показал в его организме 1,6 промилле алкоголя.